Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Nightmare Creatures. Судя по просмотрам, комментариям, вам понравилась игрушка, мы ее будем проходить дальше. Ну, а какая она же на прохождении стоит. Мне в комментариях написали, что долбоеб, блять, не расходуй так сильно, сука, свою провизию, потому что пиздец дальше будет. Очень много будет противников, провизии будет мало, и тебя будет вот так делать. Ну вот что, ребята, как можно здесь не тратить эту, если тут... Смотри, какая боевка долбанутая. Это же просто жесть. Здесь блок вообще действует. Да, ты что, ты серьезно сейчас, блин? Гребаный ты зомбарь. Как тут не использовать, если тут вообще нереально, блин, кошмар вообще, ужас. Да, еще писали, что из жара дав полымя, типа этого про что, про... Подожди, карту мне нужно. Как ее включить-то? Как ее включить? Как я включал карту? Никто не помнит. А, вот. Вы про Бладомин, что ли, это говорите? Бладомин вроде... Блин, она не сложная была, она просто очень затянутая по беготне. Очень много беготни было. И, а в принципе, боевка там вообще халявная. Ты щит включил, стоишь, нихера не делаешь. Вот ей вся боевка. То есть, в принципе, нормально. А вот это вот, это шедевр. Ой, привет еще раз. Бляха, вот как его бить-то? Вот, смотри, я еще к нему не подошел, а он уже меня пиздит. Как его бить-то? Он меня сейчас убьет, кстати. Вот тебе уже хилка минус. Блок прошел. Ебаная! Ты чего? Халкиздзе, подожди, мы там разбил... Ты нормальный, блядь, сейчас вообще? Вот и он... И вот... Хорошо, ладно. Я сейчас вообще... Ты достанешь его? Нет? Почему ты его не достаешь-то, блядь? Чё за херня, блядь? Они постоянно все уворачиваются и... Да, конечно, ага, ага, да-да-да-да-да. Да это я его буду так долго бить. Да не, ребята, вы чё? Это нереально просто будет. Без провизии. Ну ты пиздец. Минус жизнь, блядь. Тут есть какие-то комбосы? Вот что? Ну как? Если я бью, а он... Смотри, они уворачиваются как... Я не знаю. Это же нереально, просто нереально. Вот, а... Это вообще, в принципе, реально. Сука, я тебя сейчас в угол загоню, падла. Будешь знать. Он меня отталкивает сильнее, чем... Его еще там и бить нельзя? Серьезно в этом углу? Сука, читер ебаный. Иди сюда, блядь. Ну это как... Блин, эта боевка очень сильно хреновая здесь. Смотри, он бьет меня, отталкивает меня, еще и отпрыгивает при этом. И я не могу к нему добраться. Смотри, и сразу же отпрыгивает, я не могу его ударить. Ага, еще и блок ставит, сучка. Бей, не жалей. Почему с них ни хрена не падает? Мне нужно с каждого как минимум по жизни. Это же просто пипец какой-то. А это, подожди, как там карта-то? Я уже одну жизнь прослал. Я откуда пришел-то? Ага, там я не был и тут я не был, получается, да? То есть мне можно пойти и сюда, и туда. Тут у нас был зомбарь. Как их бить? Научите меня. Блять, опять ты. А! Тихо. Я хочу комбосы, я хочу... Комбо прошло какое-то. Только я не понял, как я его сделал. Я, короче, клацаю квадратики, Я у этого хпшки даже не потерял, ты понял? То есть их... Ага, возможно, их нужно обходить. Ага, хорошо, блин. Окей, так, я буду все углы обшаривать, потому что провизии у нас мало, нужно провизии побольше. Так, кто тут? Кусты! Ой, можно пробить кусты. Прикольно, это секреточка. Да что ты, куда ты поперся? Подожди, а ну... подожди, сейчас, секундочку. Смотри. Квадратик. Вот такое комбо. Квадратик X. Во! Это квадратик, это раз, два, три и X потом в конце.
Как-то он сделал это непонятно. Не понял, как я это сделал. Ладно, а если X? Ладно, разберемся как-нибудь. Что у нас тут? Или кто у нас тут? Это что, это угол? Эй, тихо-тихо-тихо, не надо так делать. Блять! Здорово! Сука! Я ничего не вижу. Хорошо, что у меня хоть блок работает. Ага, сучка, получил сбоку. Да, сука, стой на месте, не дергайся. Я что бы тебе сказал, а? Стой и не... просто получай люлей. Скотобаза. Пистолет, отлично. Еще пистолет, отлично. Это револьвер какой-то, это не пистолет был. Ты видал? Так, а сердце. Возьми сердце. Да... О, началась такая же херня, короче, как и это. Как в... Ну, вы поняли, в чем, да? В C12. Ха-ха, глючит скотина, значит, придется Shadowplay'ем писать. Че там? Динамит? Ну вот, ага, я сейчас динамит этот потрачу, просто скажу, ну, тебя нахер, чувак, и возьму динамит ему херану. А динамит не надо было там херачить, потому что я так решил. Фух, ладно, сохраняться я буду постараюсь по сохраняшкам больше. Но я буду на всякий случай подсохранять, потому что мало ли игрушка зависнет или хрен того знает, а раньше ж такие. Так, хорошо, давай, будем тренироваться. И он, сука, блок ставит, ты понял? Пага! Их надо сбоку бить, окей. Я понял. Понял. Подходим. Подходим, не стесняемся. С вертухана, видал, как прилетело? Надо в бок просто делать кувырок, а потом, короче... Тихо, тихо, кто там, где там, где? А, это... Блин, это зомбарь. Я тут думал, что-то серьезное. Ща вообще не понял. Я, получается, обошел его сбоку, сделал удар, и он меня ударил, не его. Чё за херня? Чё это было-то? Серьезно сейчас? Я обошел его сбоку, сделал удар, но ударил он меня, не... Как там выбрать провизию? Вау, нифига, смотри, какая пушка. Динамишка. Это что-то непонятное. Это бомбы, это пистолет. Прикинь. А чё, только один, что ли? Один патрон? Ёб твою мать. Ладно. Так, потихо, потихо, мы идем потихо, и вот этот наш чувак Игнатиус. Пистолет, смотри, там внутри. Вообще не палевно. Так, кто там? Кто орет? Где ты? Да, жесткая, конечно, игрушка. Вот как мне сейчас вот эту... Я вот тут сохранюсь, потому что динамитку как разбивать-то? Блять! Ты живой? Ах ты падаль. А как я его тут буду обходить, если он прям на меня? Может, ты сюда подойдешь, слышишь? Тут как-то побольше места, не хочешь? Ха, 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 ха. Ну давай быстрее, что ты там? Вот как мне его сейчас бить-то? Ух ты, бля, привет. Как он меня ударил? Как он меня сейчас ударил? Он мне хпшку снял. Как он хпшку снял? Как он снял хпшку, сука? Как он мне снял хпшку? Вот сейчас мне просто объясните. Я стоял сзади него, как он меня ударил? А-а-а, бля! Негодование будет жесткое просто здесь. В смысле? Окей. Так а подожди, стоп. На выход, что ли? Блять! Опять по прямой, ты издеваешься, что ли? Ну, ты классно, конечно, сделал. Все отлично. Я блок вообще-то держу, не? Я не могу вылезти. Сука, я сейчас тебе Tekken покажу, блядь. Да какого хера ты меня, блядь, бьешь-то? Объясни мне, пожалуйста, сучонок. Да бей его, он живой. Отвечаю. Ну все, вот я их максимальная хилка использованная. Так, а подожди, а в какую мне сторону идти? Там туда было и сюда еще. Монстров-то как-то дохера не кажется. Ну чё ты... Зомби, блин! Ты зомби вообще тупой! Он должен идти просто вперед и говорить «Брэйнс! Брэйнс!» Потому что вы, блядь, больше не знаете ни одного слова. Какого хера вы такие верткие? Вы чё, эволюционировали, сука, на 2019 год?
Или чё? Ну-ка, подходи. Чего они дергаются-то? И вы должны просто идти ко мне и больше ничего не делать. Что за херня? Пацаны, вот что они делают? Смотри, вот что? Это как вообще? О, яблок! Яблок, сука! Яблок, сука, держу, ты тварь! Не-не-не, да, вы издеваетесь? Как с этим, как это вообще работать-то? Как с этим работать, если я держу блок, он меня просто сбивает и все? Пиздарики. Что это за херня? Это как вообще понимать-то? Чё, блок? Ай, бля, это не это, это просто жопа. Это боевка, это отстой, просто отстой. Они меня бьют, при этом даже меня не кот, ну, то есть они удар не делают, но при этом они меня бьют. Я их бью, но при этом я их не бью. Да, весело, конечно, весело. Это просто пипец какой-то. Я ее, походу, не пройду. Я не пройду ее, отвечаю. Ну и что ты, блядь, идешь сюда-то, падаль? Я сейчас тебе динамит положу. Как использовать-то? Блядь. Что это? Типа я не видим, что ли? Сука. Что за херня это? Да. Да, пипец просто какой-то. Может, я тихонечко подойду? Что они там делают? Ну и что это? Я же обошел его, блядь, ну как? Ой, блядь, как это работает-то? Да он живой. Как это работает вообще? Кто мне может объяснить? Что с ним не так? Что с этой игрой не так? Почему они друг друга не могут бить? Ой, там еще один, привет, я тебя не заметил. Да блин, они себя по-дебильному очень ведут. Они себя не логично ведут, а дебильно ведут. Смотри, он подходит, делает удар, смотри. Он даже не подходит, он отпрыгивает просто. Даже удара не делает. То есть мне нужно к нему подойти, чтобы он меня упиздил. Он, короче, упиздит меня и отпрыгнет. Вот что за... что это за боевка такая? Смотри, и все равно он попал! Хотя я сделал первый удар! Я первый удар сделал! Чё за говно, блин? Не, да... Это кривущая игрушка, очень кривущая. Просто пиздец, какая кривущая. Я там стою за километр, короче, у него удар, ты видал? За километр просто достает. Да, нет, это пиздец. Все уже. Эта игра закончилась, скажем уже. Да не. Там еще один. Да как ты поп... Как ты попадаешь-то, блядь? Потому что ты сдохнешь, я тебя свертухана въебенил. Заебись, просто заебись. Не, это говно, это просто... Я думал, тут боевка более-менее нормальная. Но если тут монстр на каждом шагу, плюс кривая боевка, плюс-минус, короче, хилки, все вот это вот, плюс еще минус то, что они... бьют тебя, могут ударить спиной. То есть тебе урон спиной пролетает. То это, да. Ай, блядь. А я не могу, это пиздец, так смешно. Это пиздец, это каламбур какой-то, блядь. Это не игра. Ну, я свертухи тебя ебанул. Ну что тебе не так? Чувак, блядь. Не, я не понимаю, абсолютнейше не понимаю. Ты меня завалили, да? Хотя не, я могу вернуться. Так подожди. Ладно, блядь. Время есть, побегу назад. Я хочу посмотреть, там тоже проход вроде был, не? Вот это да, вот это да. Поначалу вроде такая нормальная игрушка была.
Странно. Не, ну я понимаю, что там сложность, все дела, но тогда должна на каждом шагу быть хилка. Хотя бы примерно, хоть маленькая. Смотри, я уже иду вторую серию, но при этом у меня хилок уже нет. То есть я уже все. Я уже с кем-то... А, у нас же тут тупик, блин. Точно. Или не тупик? А, так тупик. Че, я сюда прибежал? Хе-хе, ладно. Ай, блин, вот это будет, здесь будет нервов просто много потеряно. Здесь квиксейвами, ребятки, не обойдешься даже, потому что здесь, по большому счету, здесь, чтобы пройти эту игру, нужно квиксейвиться на каждом первом противнике. То есть тебе противник попался, ты квиксейвишься. Он тебя ударил, ты загружаешься. То есть он тебя еще раз ударил, ты загружаешься. И так, пока он тебя не ударит. А этого не произойдет, потому что они бьют, как им вздумается. Они не бьют по логике, они бьют, как им попадет. Он хочет тебя спиной ударить, он у тебя ударит спиной. Он хочет тебя боком ударить, например, он ударит тебя боком. Ты хочешь его ударить? Нихера ты не ударишь, потому что... Не знаю почему. Тут уже... Ой, заебись. И как вы сейчас собираетесь, чтобы я вот это бил? Ну, да-да-да-да-да-да-да-да, так, да, точно, чувак. Так и было. Больше никак не задумано. Так, клево все, да. Ай, блядь! Как ты меня бьешь-то? Объясни мне, пожалуйста, я стою, хрен знает где, ублюдок! На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, комбо, комбо, комбуха, комбуха, на, блядь, еби его, еби, долби, блядь, его не останавливайся, сука. Вот и где хилка? Ой, спасибо, хоть такая, блядь. Но я все равно максимальную использую. Потому что, блядь, пиздец. Ай, здесь матов много будет, ребятки. Выключайте нахер. О, еще. Эй, этот дебил, который монстров здесь плодит. А там чего? Там тупик. Я вот так сохранюсь на четвертый слот. Нахер, тут ты прыжки в эти еще. Мы все знаем, какие прыжочки были раньше классные. Так, чувак, давай я тебя сейчас завалю, я игру закончу. Не буду с этой херней заморачиваться. Мне его просто нужно давить, но это... Ну и ладно, поплавай. А, его-то нужно давить, но этот момент нужно поймать, когда его нужно давить. Потому что он тебя, пока ты вот этот момент поймаешь, он тебя отпиздит еще 3 раза. Как мне здесь сделать так, чтобы минимально получить пиздюлинки? Какой подход к этим гребаным монстрам? Здесь... To all traitors, nothing shall stand between me and my destiny. А чё? А подожди, монстры 90... Одного монстра где-то не нашел, вещи 61%. Где я столько вещей провтыкал? Это сейчас по приколу или как? Подожди. А где я столько вещей-то про это? Так, ну тут у нас один монстр остался, но это... Бляха, давай я тут сохранюсь, чтобы все эти заставки не смотреть. Ну вот как он меня сейчас ударил, если я его бил, я шел комбо, у меня комбо, привет! Мне шло комбо, как он меня ударил? Хорошо, смотри, вот шмотка. А где еще шмотки-то? 61%, ничего себе, 40% шмотки не нашел? А как так это вообще работает? Где я столько мог не найти-то? Тут у нас ничего нет, это выход. А, как тут здесь секрет это выглядит? Здесь же нельзя посмотреть камерой нормально. Ты только вот так можешь посмотреть и все. А, ну смотри, может быть где стену какую-то продолбить. Еще, кстати, где-то один монстр остался, но где? А, тут кровяшенька. И ти-ти-ти-ти. Ихи! А, ну смотри, дверь же не пробить нельзя, а вот тут нет. Ты не запрыгнешь, что ли? Этот не падает, а не разбивается ящик? Нет, ну тут он какую-то траву там косил. А может быть вот это? Нет. Вот это тоже не разбивается. Ну, блин, секретки было бы неплохо найти, потому что мне в принципе, любая шмотка пригодится с такой кривой боевкой. Это просто будет на вес зол. Что ты бьешь? Я тебе не нажимаю ничего. Это будет... А может, вот это?
Травушку можно косить? В травушке ничего нет. Что вот это за, блин, синяя полоска-то гребаная у меня слева? Она меня бесит. Почему она убывает постоянно? Может быть, вот это? Нет. Может, сюда можно? Так и нет. Что три? Я ничего не нажимал. А, это я сдохну сейчас, походу, да? Окей. А где секретки-то? Чё ты не бежишь-то? Что у меня сердце-то? А, у меня жизнь-ка уходит, окей, я понял. Ну, ладно, сейчас будем бегать, просто буду искать, где эти гребаные секреты, я не знаю, где они. Ну, привет. Похер, я загружусь потом нахер. Нахер это все? Не, если игрушка тебя нахуй посылает, мы посылаем игрушку тоже нахуй, в принципе, это же логично, правильно? Правильно. Нехера. Нехера быть такой шибко выебанной. Так, где же эти секреты-то? Я во все дырки буду щиматься. Что за синяя полоска? Это дыхание, что ли, уходит? Ты под водой или что, чувак? Ты серьезно сейчас? Он под водой или что? Мы под водой бегаем? Может быть, это пробить? Да нет же. Ой. Ладно. А если я здесь вот так, типа, сделаю? Хотя, а зачем? Что мне это даст? Это даст хороший обзор. Только, но только не дальше. Ты дверь вроде не подозрительная или подозрительная? Вроде никто не открывает, ладно. Так, а подожди, а где же тогда секретка еще одна? Даже не одна, может быть. Но тут вроде ничего нет. Да? Ладно, сейчас я еще раз сдохну. Ладно, побежим тогда назад. А что назад? Это я в тупик забежал, да? Ну, естественно, блядь. Да, камера! Что? На, а где этот секрет-то? Сейчас, серьезно. Вроде никаких подозрительных текстурочек нету. Че, бочка не бьется? Слых, ты же бочка. И пошла ты нахрен. Бочка. Так, там бочка сверху. Тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. А вот это вот. Блять! А, точно, я забыл про эту штуку. Нифига. Видал подкат? Только как его делать? Да выруби его уже, затрахал. Ой, с него бутылочка какая-то выпала. Не пойму, что только за бутылочка это. Хотя, подожди, а что это я? Мне же нужно вот так сделать. Просто монстра на монстра жизнь, то есть время потратил. Мне нужно гипер-супер-мега-атака. Так, побежали быстренько. Сейчас быстренько туда сбегаем. А я что-то про это место как-то и это выпустил с виду, что там можно это пройти. Я тогда, да, не прошел. Ха. Беги быстрее. Ла-ла-ла-ла-ла. Далековато бежать, конечно. Хотя он быстро бегает. Нет, таки далековато. Но я пробегусь. Гусь, пробегусь. Ну что ты еще с этим столбом тут шуры-муры крутишь? Нахрен он тебе сдался? Ты видишь, что у тебя какая-то... У тебя воздух заканчивается, а ты, блин, херней страдаешь. Где эта фигня была? Вот тут. Не, не тут. А где она была, подожди? Ёпте, я уже забыл. А, дальше, дальше. Где-то вот здесь. Вот, тут сохраню сейчас. С этим ссаным монстром еще, блядь.
Да! Смотри, сколько он мне хпшки снял. Просто загружаемся. Пошла ты нахуй, игра. Если ты такая уебищная, то я тебя загружу по-любому. Я не знаю, как делать это удары супер-мега ебанутые. Что-то делаю. Так, ну с него бутылочка тоже упала, смотри. Что у нас тут есть? Какая полезная вещь. Что она делает в принципе? Ой, а тут прям пусто. Так это же зашибись. Тут еще мега. Так, а подожди, монстр это последний был. По логике. Сердечко вот это. Ой, 100% хилка. Бери, блин. И пекаль. Хорошо, это все? Ну это вроде все. Все, теперь пощемали назад. Тут же вроде больше ничего нету. Все, побежали на выход, короче. Ой, я не могу. Это будет очень сложно. Сложно не потому, что сложно, а сложно из-за потому, что криво. Это просто криво, ты понимаешь? Криво. Ну, блин. Если я обхожу монстра боком, он промахивается, но при этом он меня спиной бьет, то, извините меня, это же нечестно. Нихерашеньки вообще. То есть как я его пройду без потери хпшки, если он меня может жопой ударить, может боком ударить, я не знаю, может вверх ногами ударить, может быть вообще не трогать меня, стоять курить там в стороне и будет меня пиздить, почему бы и нет? Это же так клево. Не, ну серьезно. Это же не серьезно. Ай, блядь. Сейчас вернусь. Ай, ладно, как я уже говорил, это все несерьезно. Если ты делаешь кривую игру, в которую ты играл, ты видел, что она кривая, и были тестеры какие-то, бета-тестеры, по-любому были, блин. Или же они слепые, криворукие, и, блядь, безглазые, безухие, тогда да. Возможно, это все нормально здесь. Но, блядь, ты видел все эти косяки, и ты ничего не сделал, получается. То есть, ты видишь, что она кривая? Сделай побольше хилок. В чем проблема? Почему вещей-то 80%? Где еще-то я провтыкал? Почему 80? Где-то, получается, 60. Я там 3 шмотки. Кстати, с него пистолет упал. Там было 3 шмотки, это 20%. Еще где-то 3 шмотки провтыкал, что ли? А где, если я все обшарил? Ладно, мать его так. Короче, сохрен. Твоя карта памяти уже содержит записи игры. Да. Кстати, быстрое тут сохранение. Прям пипец. Фу, в общем, все, ребятки, давайте на этом будем заканчивать. Луадин, Луадинг. Прикольно, кстати, что-то такого не было. Да не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, бля. И следующий этап, короче, будет главарь, я так понял. Первый наш главарь какой-то, что-то, то ли червь, то ли что это такое было, я не понял. В общем, ладно. Что-то быстро, очень рано главарь. Я еще в игрушку не вникаю, они уже мне главаря дают. Ну ладно. Гневная серия получилась, не менее гневные будут в следующей серии. Так что все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Музака, кстати, валит нормальная. Комментируйте, всем до встречи в следующей серии Nightmare Creatures. Всем пока!